Главный наказ – вернуться живыми и невредимыми. Сегодня волгоградские ОМОНовцы отправились в очередную командировку на Северный Кавказ. Для бойцов отряда это уже не первая служебная командировка на Кавказ. За их плечами свыше 50 выездов в Чечню, Ингушетию и другие регионы Северного Кавказа. Сегодня они продолжают выполнять служебно-боевые задачи на территории Дагестана. На протяжении 3 месяцев, сменив коллег по отряду, ОМОНовцам предстоит нести нелегкую службу по охране общественного порядка в республике. Обстановка более чем сложная, крайне сложная, поэтому призываю еще раз к бдительности, к качественному несению службы. Задача выполнить боевые установки руководства МВД и в то же время сохранить свои жизни и здоровье. По традиции проводы ОМОНовцев сопровождались напутствием священнослужителей. Настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане отец Георгий отслужил молебен на начало благого дела и пожелал волгоградским бойцам здоровья, духовной и физической крепости.